человек сколько? 40. Ну, сейчас уже вот двоих сдержали. Ничего не представились, он спрашивает, я ж ничего не сделал, ничего не нарушил. Ребята просто общались. Автозака подъехал с одной стороны, и сотрудников полиции человека 20 с другой. Только что, да, мужчина поблагодарил полицию за поддержку порядка. Потом появился автобус с ОМОНовцами. Еще на скамейке напротив сидели два в гражданском, но мы поняли, что это полицейские были. Сегодня это как бы развитие или продолжение, я не знаю, как это, мы увидим это дальше. В чем причина того, что парк закрывается? Это я на ваш вопрос не могу ответить. У меня указания есть. Где-нибудь соберутся еще в другом месте через какое-то время. Парк они закрыли, причину не объясняют. Никаких пояснений не дают. И по всем вопросам просят обращаться в пресс-службу своего ведомства. Анекдот. Ну, стыдоба. Ну, что это? Правда? Вы сюда пришли на парк? Они в автозак, я думаю, да? Вот там он стоит в самом начале. Это какое-то новое начало. Но мы знаем, как в России стой-стой, митингуй, и ничего не будет. У меня спорная ситуация. В районе 70 ног. 70 ног? Да, где остальные ноги? Вопрос. Пока нельзя, можете обойти по тротуару. Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Я представился вам только что на камеру. Документ. А мы не можем снимать? Можете, я же не препятствую съемке, вы что? А, окей. Ни в коем случае. Я иду в парк, я иду.